Так, друзья, приветствую вас. Я продолжаю проходить Cyberpunk. Теперь на очереди Камура. Блять, в предыдущей серии такой ПЛ произошел. Я не знаю почему. А чё, куда едет машина? Я не знаю почему, но просто игра крашнулась. И мне пришлось там склеивать два ролика в один. Короче, такой геморрой, пиздец. При том, что квест не начался заново, а он продолжился буквально в бою. То есть, как бы, нихуя себе, да? Так, давайте тачечку здесь оставим. Ой, как припарковался, идеалити. Ага. Так, это Такамура, наверное, да? И его... Да, это... Ты очень вовремя. Нихуя себе, конечно. Как там ваша разведка? Думаю, я получил достаточно данных. Комплекс хорошо охраняют. Да ладно. Но мы должны справиться. Думаешь, Арасака, платформы стоят в главном ангаре. Твоя работа — просто пробраться. А убивать внутрь. Можно? И как же? Чем тише, тем лучше. Ты же у нас вор. Я не сомневаюсь в твоих навыках. Ты должен найти самую большую платформу и запустить вирус в ее систему. После того, что я видел в предыдущей серии... А вы где будете? Постараюсь отвлечь их внимание. Теперь вообще ничего не Они кажется не невозможным. Знать, что мы задумали. Ты знаешь, что в Арасаке не любят больше всего? Когда нарушается связь и не получается связаться друг Кстати, с другом. В предыдущей серии, они вот эти типа, сеть малыши, это как гиперпространство какое-то. Начнется то есть это по сути типа тот свет. Вот как говорят, свет Я в конце тоннеля, а здесь, блядь, сеть в конце тоннеля. Угу, так, мне куда бежать? А, сюда, да? То есть пробраться я должен был. Ага. Попасть в промышленный парк, охранник. Че, прям тут его взломаем. Так, не нетранер один сидит. Получается, две турели. Так, ну давайте в инвизе посидим. Взламываем протокол. Так, 55, BD-55-1C-55 еще раз. Камера, оптика. Почему-то турели не отключаются, да? Подозрительно. Охранная турель. А, она и не включена, получается. Понял, принял, обработал. Так. Так, а тут я нихуя не могу, да? Опа, я как-то смогу прыгнуть, смотрите. Типа так в наглую не надо, наверное, лучше. Я еще раз прыгну. Блять, а как? Ебать. Чел там сидит такой, слушает. Да кто там залезть пытается? А где-то тут камера есть. Давайте сделаем так. Контроль камер, да? Проконтролируем. Во-первых, здесь сидит разведчик. О, кстати, а че я парюсь? Я же могу просто оптику челом выключить и все. Так. Просто вырубаем чувачкам. Раз. Ебать, там робот нахуй. Не будешь прятаться, станешь легкой мишенью. Эй, даже я тебя вижу. Давай не пизди. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться. Я так отвлеку их внимание. Ай, блядь, там снайпер стоит. Я сейчас чуть не обосрался с прохождением. Так. Разведчик. Запросик ебанем. Перегрузим оптику. Да быть не может. Да может все быть, не очкуй. Все бывает первый раз, братулек. Так. Это слишком дорого. Так. Смотрим. А, значит, это мы перегружаем. Перегружаем. Долбаная оптика! Бывает, бывает, браток. Подводите? Проблема. Какая проблема? Не проблема, а проблемы. Я робота могу самоубийство выбануть, нихуя себе. Прикол. Так, ну давайте лучше вот так, наверное, сделаем, да? Так. Готово. Маскировка у меня еще одна. Так. Ага. Да, блядь.
Быстрее надо успеть залезть. Вырубаем оптику этому. Этому. Вырубили кран. Вопрос. Так, кто тут еще есть у нас? Вот этот молодой человек. Вырубаем ему оптику. У нас проблема. Так, куда? Мне вообще не сюда. Лишние движения делаю. Так, волнуюсь просто. Туда пробраться. Так, я вот здесь по платформе, наверное, проберусь по кранчику, да? Вот тут специально поставили, чтобы я запрыгнул. Поднялся по трубе. Захожу. А, ну вот же, вот, опа. У меня тоже все хорошо. Ебать. Патрон прошел мимо. Все. Снайпер. Так. Я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Так. Я готов. Минус снайпер. Так, это офицер. Только ты закончишь, я инфицирую системы. Понял, принял тебя. Китайский брат или японский. Ну, учитывая, что это японский, скорее всего. Так, смотрим. Кто нас может запалить? Там сигнализация, запрос. Удаленная деактивация. Снайпер. Можно было бы, конечно, его вырубить. Сброс настроек. Давайте я вот сохранюсь чисто. Вот это просто тест. Сброс настроек. Он же не смертельный скрипт. Правильно? То есть, если я его вырубаю, другие не должны увидеть, что это типа смерть была, так скажем. Поэтому снайперов... О, камера наблюдения, смотрите, давайте. Так, здесь рядом никого нет. Снайпер. Сброс настроек. Есть. Сброс настроек. Есть. Вот насчет вот этих я не знаю, а стоит ли их вырубать, потому что он стоит как-то, так скажем, в низине. Ебать, тут камер, просто посмотрите, тут их... Охренеть сколько. Так, нетрайнер есть. Есть нетрайнер. Здесь можно сброс настроек сделать. Короче, мне удобнее будет это сделать вот так. Скажем. Давайте сброс настроек. Оп. А этим оптику повырубаем. Ключная оптика. Это не оптика, братулек. Сейчас еще отъедешь. Так, ага. По нему нетрайнеру нельзя, то есть... Так, вот этот что, снайпер стоит тут? Опа, он меня видит. Поняли, да? Пойду посмотрю. Давай, сбрасывай настройки свои, никуда ты не пойдешь. То есть меня запалили они? Так, давай, отвлекай. Ага, курточка у него тут есть нормальная, все, да? В штатном режиме. Это мне надо. Так. Хочется по красоте просто все сделать. Так, нетрайнера можно сбросить. Минус нетрайнер. Так, давайте запрос еще один сделаю. Где еще вражины у нас? Надо было вообще по-хорошему их подключать нахер. Так. Чему можно? Давайте сигнализация и деактивируем ее сразу же. Так, ну судя по всему, остались... Так, это спуск. Блять, сигнализация, удаленная деактивация. А что она срабатывает? Так, ладно, все, погнали. Нетрайнер, это мой потенциальный вражина, поэтому давайте я его сразу же вырубаю окончательно. Так. Нормальный программчик. Закачаем софт говёный. Ну, платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь.
Это хороший план. Ебать. Блять, сработало. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу. Так, что мне там дали? Давайте посмотрим. Так, хладнокровие. Ну, сейчас я в реакцию все вкидываю. Так, давайте посмотрим по хладнокровию. Что мне еще здесь надо? Так, в начале боя вероятность крит попадания. Но это неинтересно. Я не собираюсь палиться. Так, по невозмутимости. Здесь были еще, которые меня интересовали. Это вот восстановление скриптов, да? Отдача, это неинтересно. Вот все сопротивления интересны. Потому что наверняка будут моменты, когда мне стелс отключится по сюжету, просто так скажем. Угу. Ну, это прикольно тоже, когда обнаруживают, чтобы съебаться было время. Ага. Ну, тут больше ничего такого интересного. В интеллекте у меня уже все прокачано. Я не знаю, стоит ли тут на 3 минуты. Хотя, скорее всего, стоит вообще. Вот, учитывая, что бывают такие уровни большие. А, ну смотрите, то есть у меня быстрый взлом, да? Восполнение памяти. А, получаете дополнительно 1% за каждый уровень, да, пиздец. Вот это много, блядь. Это вообще ни о чем, если честно. Так, ниндзюцу 14. Ни о чем. Здесь у меня вообще на 6 клинки. Стоит ли вообще прокачивать клинки? Ну, наверное, да. Все-таки бегаю с монострунами. Давайте посмотрим, успешная контратака, неинтересно. Сражаясь клинком, вы восстанавливаете 2% здоровья. А, только с кровотоком, если я попадаю, да? Расход выносливости уменьшается, сильная атака усиливается, уклонение неинтересно, кровотечение продлевается неинтересно, пока скорость атаки клинковым оружием. Показатель брони при движении с клинковым оружием увеличится на 15%. Так, атаки клинком. Нет, неинтересно. Комбо, это так клинком. Может быть. Ну, да, мне кровотечение теперь прокачивать получается, наверное, очевидно. Аудиенция. А, продолжить поиски в ожидании звонка от Такемура. Блять, ну вот это странная хуйня, если честно. Типа, мне надо ждать. Ну давайте вот так подожду, раз. Может это проканает. Хотя в прошлый раз это, ну, не проканало, очевидно, и сейчас не проканает. Потому что, видимо, игровое время так не проходит. Хотя, смотрите. Яси. Парад скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Так, Japan Town. Ага, далековато, да? Вот давайте напоследок Арасаки тут это самоубийство ебанем. Двоих. Пэм, пэм. Просто по 20 тысяч. Нормалек, да? И съебываемся. Смерть корпоратам. Хотя, уличные банды меня так-то тоже, вон, блядь, объегорили нехило так, будуисты. Просто меня поюзали и выкинули, можно сказать. Да, я бы на него посмотрел. Так. Ну чё ты? Ви, как раз вовремя. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Он его выкинул. Я скорректировал данные Окады. Советую ознакомиться с ними перед началом. Ну и чего мы стоим? Ты ни хрена не получишь. А. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться.
Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно, у снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? Я всегда готов, конечно, давай. План не выдерживает никакой критики, но другого у нас нет. Верно. Спасибо, что согласился. Спасибо, скажете, когда закончим. Пора на исходную. Хорошо. Жди моего сигнала. Я уже, если честно, даже забыл, что... Удачи вам, Чего мы им так прям помогаем-то усердно? Надо будет почитать, что мы ему вообще на него работаем, по сути. Какие у нас интересы. Он нас должен был свести с кем-то, кто разработал биочип. А то чел что-то у нас посидел в номере отеля и все. Я на позиции. Платформы только что запустили. Двигайся незаметно, иначе к тебе слетятся боевые дроны. Еще я заметил Нетранера в униформе Арасаки. Она прячется где-то здесь. Понял. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Так. А, ну тут прямо из людей коридор, смотрите, они не толкаются, то есть их нельзя толкнуть, они как стена. То есть заскриптованная, так скажем. И пробраться к снайперам получится очевидно. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. И очень даже зря. Подключиться? Да, я не это смысла нету. В жопу себе засунь свои смайлики. Не буду я. У меня все скрипты есть. Смысла нету их похищать. Всем постам. Подозрительная активность в секторе. Я обращаюсь. Ой. Патруль, внимание! Балкон двумя этажами. Женщина. Что происходит? Гора, я снял ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. Так, без рейдов. Мосту наверху. Ты перейдешь через улицу. Ебать, а чё происходило? Я вообще не мог у него попасть, ничего. А, нифига, смотрите, голограмма какая прикольная. А, ну вот какая платформа имелась в виду. Так, погнали. Ли, важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Давай. Повторяю, при подготовке допущены нарушения безопасности. Ханако-сама нужно увезти отсюда. Ты оспариваешь приказы Юинобу. Да никто никого. Делай свою работу. Принято. Конец связи. Все, как мы и ожидали. Ода здесь. Я скажу, если что-то выясним. Куда мне идти-то, блядь? Я думаю, ну нахуй. Давайте попробуем балкон 21. Хотя вроде бы я же и... А, ну нет, смотрите, вроде бы, да, вот ремонт на месте. Я знаю, с кем он разговаривал. С кем? Это гребаный Адам Смешер. А вот это уже серьезно. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Так-то да. Я понял, да, братулечек? Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно обнулить? Конечно, не уверен, блять.
Погнали. Блять, чуть не упал. Осторожно, не привлекай внимания. Нихуя себе, блять. Молчание — это не... Я был прав. Это отлук погасшего пламени. Найди способ спуститься вниз, только будь осторожен. Ух, да, фаечка вот какая-то. Так. Не торопись. Блять. Сорвет. Дрон Виверна. Ты сорвется. С план. Как его истребитель был сбит над островом Гуадал. Табуро Арата. Звание старшего сержанта. Основатель и генеральный директор величайшего оружейного концерна. Солдат. Предприниматель. Так, ну вроде. Мой отец. Сегодня я обращаюсь к его друзьям, членам семьи. Так. Ага, тут уже солдафоны стоят. Я обращаюсь. Давайте туда и оптику. Второй раз за неделю! Еще пара метров, и снайпер твой. Есть. Наши враги показали свое лицо. Так. Я вижу мина. Домофон. Запрос. Принято, высокая жертва. Осматриваю зону. Цель поражена. Да, именно. Красиво. Так. Красиво, красиво, да? В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Опа. Он высоко забрался. До связи. Так. Эй, не то. Кто меня палит? Ух, ебать. Это снова Ода. Послушай. Сообщить о нарушении в системе безопасности. И ее нужно эвакуировать немедленно. Арасака в состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Конец связи. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. А то там было бы палевно слишком, наверное. Что тут? А, авторизация не пройдена? У этого чувака, может, что-то есть. Так, карта доступа есть. Так, открываем. Лутаем. Уехали, поехали. Ага. Так, не понял. Ага, понял. Так, надо выше, да? Ну, 30-й фойе, очевидно. Ну, прикольно, мне нравится. Я почему-то сразу Хитмана вспоминаю там, и все вот это надо красиво, элегантно убивать. Что-то высоко поехал. Придется, походу, вниз спускаться. Хотя... Хотя вроде-то и нет. Да-да-да. Блять. Ебает. Так, давайте я тогда сделаю запрос. Эйден Маккой. Кто такой? Давайте взлом протокола сделаю. Так, 7А1С. Просто хочу, чтобы... Давайте сброс настройки банем. Банно. Так. Снайпер есть. На пешеходном мосту стрелок. Я хочу его красиво, давайте его замыканием выебем. Щит. Перегрузка оптики тогда. Вот кажется и все. Кажется, да. Крип не сработал. Хорошо. Осталась одна проблема. Какая? Вот это. Нетранер Арасаки.
Она взяла под контроль все сети. А, мина стояла. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Ебать, его взорвало. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Так. Давай, погнали. Так, наверное, балкон. Больше ничего. Может, револьверчик все-таки взять? Ебать, смотрите, какая красота. Ля. Блин, вообще кайф. Ай-яй-яй-яй-яй. А, плохо дело. Что-то мне все хуевее и хуевее становится. Кто поет, блядь? Что-то чувствую. Блядь, это выглядит как. Я ее отвлек. Это как выглядит. Отключи ее. Выглядит как арена босса. Хватит работать, пора отдохнуть. У-у-у! Блядь! Ода! Ода, блядь! Как же без вас? Так, стоять, блядь. Блять. Ладно, погнали, сучара. Следи за дистанциями. Береги его, блин. Давайте замыкание ему дадим. Еще раз замыкание. Воу-воу-воу. Осторожно, он активирует камуфляж. Ищи проблески света. Так. А чё? Он хилится или чё? А, ну да, не хилит, а ебать доски. Вить, доложи статус. Я... Ебать, криты. У меня получилось. Так лучше, блядь, ходить с этим оружием. Он умер. Он дышит. Пока что. О, мне катана на его дали. Пощади его. Чего, блядь? Больше тебе уже ничего не... В смысле пощадил? Меня чуть нахуй не порубил своими клинками. Вы видели, блядь, что он вообще творит? Скудник. А, мне ничего не дали, а что? Нужно как можно скорее двигаться дальше. Вечно вы с вашей самурайской честью. Давайте заценим, просто вот хочу заценить. Он пизже прям. А, так он эпический, культовый. Ну, смотрите, 257 атаки. Меня улучшит тоже 257. 343 урона в единицу. Здесь 317. Здесь больше, потому что на этой катане стоят, вон видите, увеличивает критический урон на 15, вероятность на 3,5 и урон на 7. То есть вот это, по идее, лучше. То есть, смотрите, здесь 216-264 физ урон. Здесь чуть меньше. Здесь уменьшение расхода выносливости на атаке, ну типа 20%, оно не сильно решает, когда перки вкачаю, поэтому это useless навык. Вероятность критического попадания 12.50, это много на самом деле. Здесь вероятность 9, то есть на 3% критический урон 30, здесь критический урон 44, тут и вероятность 20 кровотечения, здесь 15, то есть здесь 2 ячейки, здесь 3 ячейки, очевидно, ну вот это пиджи катана. Ну возможно она выглядит пизда, давайте посмотрим. Ладно, сегодня вам повезло. Скажите спасибо вашему другу Гору. Это тебе спасибо. Я понял, что мне спасибо. Так, лучшее 890-883. Ну вот, можно вот так сравнить. То есть, смотрите, вот катана, которая у меня в руке сейчас. Там чуть больше физического урона, но это хуйня. А, подождите. 257, да. Вот у меня в руках, которая справа. То есть у меня все лучше, крит, урон и все. То есть надо было даже попробовать с катаной его захуярить. Но я бегаю с ножичком просто потому что... С кайфом, так скажем. Вот это все поразбирать вообще можно, я не знаю зачем оно... Ну, я подбираю просто так, скажем, на автомате. А, ну я же пистолет нашел, ну вы смотрите, 590, здесь 590. Но тут смотрите, я из чего исхожу, потому что здесь за выстрел 400 урона. Здесь за выстрел 300 урона. Здесь вот термический урон, здесь физический. Тут 15 крита, здесь вероятность 3,5.
Тут плюс 15 критическому урону. Дополнительный урон рикошета мне не интересно. Вероятность кричения интересна. Здесь 210% коэффициента урона при попадании в голову. Плюс глушитель, что я стреляю из скрытности. То есть огромный урон. Здесь всего лишь 150. Вероятность поджигания меня вообще не интересует. Поэтому очевидно, что... Что вот этот пиздолет, он очень хорош. Глушителя лучше нету, 2,5. Уж урон уменьшает базовый на 30 здесь. 15, то есть... Пока вот так, но меня очень удивил пистолет, пулемет. Вы видели криты какие? То есть просто получилось так, что я разогнал невозмутимость. Вот, невозмутимость увеличивает шанс так, и силу крит урона, если я не ошибаюсь. И невозмутимость просто, Танака когда начала что она работать. Делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Ты что, не забудь выключить сигнализацию. Быстро в укрытие. Тогда я смогу войти. Короче, криты нехуёвые вылетели с пистолета пулемета, и их много было, потому что у меня разменялась невозмутимость, я так понимаю. Хотя я думал, я со струн его просто разнесу нахуй, но как-то... Не то немножко. Системы заблочены. Можем начинать. Отоусама. Что мне кажется, Такамура какой-то будет, блядь, двойной агент. Ханако-сама. Анатава. Ойручио. Дока. Ханаши дакедому окик кудасай. Саборо-сама. Чичи-но кото о кучи-ни шинай. Коре га оре ни декиро сайго ну гохоши нано дес. Саборо-сама но шин ницуйте химшицу оказ кото га. Ханако-сама. Буро я хатараки тока римасен. Шикаши. Эй! Беги! Блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал. По-моему, в полной. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Погнали. Ебать, авахуя. Вы не имеете права нас задерживать. Валим. Улица. Эй, ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее! Как я выгляжу? Пора выходить. Да пиздец ты, тип, нахуй. И чем ее завалил-то? Может, он ее не убил? А типа какой-то... Типа усыпляющий дротик? Что-то типа такого? Или он ее ебнул в натуре? А может... Бля, вот не может ли это оказаться... Я люблю что-нибудь типа предсказывать наперед, как может сюжет развиваться и так далее. Может, он просто так хочет власть захватить? Я редко признаю ошибки. Нихуя себе. Не помню только, кто это. Вот, люблю попридумывать, короче, всякие... А так можно? Реально можно упасть? Нихуя себе. Я же въебывался на мотоцикле, в стену он не падал. Что-то обнуло, блядь. Мне посыпать в последний раз, мы что-то обновили. Короче, может быть, он так решил, типа, мне сейчас запудрить мозг, типа, он там собирается всю правду рассказать, типа, он такой самурай, он там, блядь, до конца хозяин, тот спочняется. А сам хочет сейчас власть захватить, убрать
убрать сестру, убрать этого чувака, который отца завалил, и он там воды нету, ну, точнее, он уже все, не боец, и захватить власть хочет так, вы его знает, интересный сюжет, интересно, мне нравится. Так, здесь еще граффити, да? Блять, еще выше, так. А там еще выше, ладно, отпустим на это граффити. Давайте, мне прям интересно, что происходит, блять. А, по сути, 4 раза надо, блять. Там надо было выбрать. Еще раз. Серьезно? Блять. Серьезно, блять. Я не думал, что умру. Я просто нажал на кнопку, типа, открыть дверь. По привычке уже просто. Ну, блять, ну кто знал, что он дверь заминирует? Видимо, ну настолько серьезно. Видимо, пиздец как. Ну ладно. Это было не очевидно. Скорее! Ладно, теперь мы знаем. Надо стучать 4 раза. Не меньше, не больше, иначе я пиздец. Что там за взрывчатка стоит, которая меня ваншотнула? Это пиздец. Так. Давайте. 4 раза надо стучать, да? По-моему, больше стучал. Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Ради такой известной персоны, как Ханака, всех ищеек поднимут на уши. Ты с ума сошел? Погоди. Он ее не убил. Я почему-то этого и так и думал, что так будет. Он ее убил, но типа сделал вид, что убил. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Что, вам настолько похуй на мои слова? Ханака-сама, прошу простить его. А вы вообще молчите. Мне надо было говорить как есть, вот я и говорю как есть. Да, хорошо, я просто уличный вор, но тут такое дело. Я украл у вас сраный биочип. Вставил в голову, получил пулю и умер. Ты умер? Да, теперь у меня в голове Джонни, мать его, Сильверхенд, и я сделаю все, чтобы от него избавиться. Так что мне абсолютно нечего терять. А вам есть. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Чё ты ебалом воротишь? Давай уже чё-нибудь, блядь, произнеси. Сиди, блядь, чума нахуй. Пиздец. Ты слышал? Спецназ, нахуй. Иди проверь. Да, иди проверь, а там, блядь, уже какой-нибудь дрон нахуй стоит. У меня очень плохое предчувствие. Пиздец. На землю, сука, не двигаться! Ну вот, на земле, не двигаюсь. А чё, ты Кимура, блядь, призраком стал? Чё через него все проходят? Это последний шанс съебаться! Ты Кимура, я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп! Или хочешь присоединиться? Встать! А Ханака, блядь, что тоже отъехала? Ну, блядь, ключевой же персонаж, выйти из здания. Пригнись и смотри в оба, а не в коридоре. Так а чё, я же могу им за разрушение просто кинуть и пиздаем на. Давайте сломаем протокол. Так, 55-1С. Блять. БД-7А. Так вот.
Так, ну давайте ебанем, во-первых, по заражению. А потом мы уебем им по самоубийству. Так, вот этим чувакам. Тоже по самоубийству. Да блядь, дайте попаду. Так. Бэм, бэм, бэм. Ебать, 32 тысячи, видали, но? Нахуй так. Просто всех сейчас зачищу так. Какого черта? Какого черта? Бэм, нахуй. Отсыхай. Ты что стоишь? Ты падай давай. Так, как выйти отсюда? Ебать, сейчас будешь взломать что-нибудь. Так, вон дверь вижу. Так. Ебать, ад нахуй в натуре. Они что там до сих пор стреляют, что ли? Так. Клем. Так, и последний чувачок, который получит сейчас пулю в затылок. А нахуй. 7000 просто крит. Это вот я к тому и говорил. А это какой-то пехотинец. Хуйный. Что за хрень? Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Да. Нам надо срочно валить из города. Поехали быстрее в пустыню, куда там, кому-нибудь, кочевникам. В городе сейчас пиздец будет. У меня же только тачек в гараже, ну ебать. Как вот думаешь, это. Такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Ебать тут. Кондёр не пашет. Под матрасом старые шприцы, толчок забит. И вон какие-то мозги на стене чьи-то. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Таким, как мы. Да. Два сраных неудачника. Нас могли обнулить еще, когда Такемура похитил Ханака. Ага, вот что бывает, если встать на пути корпорации. Это не просто значит вляпаться в дерьмо. Это значит упасть в огребную яму. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Хорошо. Мне не усралось закончить, как Такемура. Мне кажется, он не умер. Слышишь? Тачка. Опа. Да, тачка. Ханака. Блять. Только один? А что это Такемура? Палец на спуске, Ви. Блять, ну нам же не показали, что Такемура умер. Или он просто забаговался? Он просто стоял посреди. Может, его и убили все-таки? Просто он забаговался. Я-то думал, что он остался там. Ханака тоже не показал. И не звука. У меня послание. Зайди. Нихуя себе. К двери не подходи. Я же знаю, что ты там. Так это наша Джуди или как ее там? Наконец-то. Фу, блять. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да, мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Я труханы запалила. Это кукла. Или прокси. Это Ханака, наверное. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты — живое доказательство его преступления. Будете мне условия ставить? По-моему, вы сейчас не в том положении. А что, если тебе все же придется сотрудничать?
Для этого придется послать толпу кукол. Вы говорите через эту, потому что вы одна. И вам не к кому обратиться. Это правильно. Это правда. Каковы твои условия? Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Мне удалось связаться с Альтканнингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененная версия. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Ну давай рожай, ебать, пиздец. Как же долго. Предлагаю встретиться лично. Долго. В углях, в центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Ну, как-то так. Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Чего, блядь? Какой поводок еще? А, типа, в переносном смысле? 40-й левел все-таки. Че, вкидываем в реакцию и в клинки еще. Но с 30% шансом будет кровотечение. Ну как, еще что-нибудь скажешь про фарфоровую супу? Блять! Так, приготовься. К чему? Блять! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Что-то как-то прям все хуёво. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Нихуя себе, что я в Пасифике забыл? Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель «Пистис София». Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему? Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь.
Let's go, let's go, я готов. Забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить. Ну как, забытые ощущения? Просто офигенно. Лучший день в моей жизни. Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Тоже верно. Ты сомневался. Каждый раз, когда ты хотел закинуться, тебя начинала мучить совесть. То есть у Джонни Сильверхенда все-таки есть совесть? Слушай, давай не будем об этом. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Ля, подарок от Джонни Сильверхенда. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет, но есть просьба. Какая? Адам Смешер, тот хуй, который меня убил. Чтобы со мной не случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться, поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. О, я бы его хотел заебашить, он наверняка будет сложным боссом. Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Нахуя она мне нужна, блядь? Для меня это так же важно, как и для нее. Она обуза, блядь. Это не так. Не думаю, что бестия сентиментальна. Да, ты говорил, что она стала циничной сукой. Да и времени много прошло. Поэтому я сам освежу ей память. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Он хочет, чтобы я ему тело свое отдал? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада, решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо. Ну, интересно, я будет, это интересно. Сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Ну, хоккей, мне хоккей. Мне вроде получше, пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Ох, ебать, там высоко. Отель Писти София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. А,
Так, а как отсюда теперь? А. Ой, я не умер, ебать, нихуя. С такой высоты упал. А, тут еще и рипер есть. Где-то сзади он. Так, мне... Йо-йо-йо-йо. Буддист? А. Давай. Ноги, руки отлетели. Не, ну они сами на меня сагрились. Стрелок, самоубийство, стрелок. Бэм. Нормально. Не-не-не. Так, по ком звонит колокол? Второстепенная, по следам прошлого, добраться до посмертия. Так, давайте отправимся к посмертию. Где она там? Ебать, она далеко. Так, клуб посмертия. Все-таки интересный квест, все-таки придется как бы тело отдать Сильверхенду. Как это будет бестия воспринимать, интересно посмотреть, несмотря на то, что это дополнительное задание. Хотя, выглядит как основное, если честно. Чтобы подниматься быстрее, используйте шаттл. Вот, в общем, друзья, это буду уже проходить в следующей серии. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь, смотрите. Приятного вам просмотра. Пока.